давай деньги. Семью не вернешь? Я тебя домой не пущу. Ты один знаешь, как правильно жить. Вот и живи. Да ты не переживай, я не пропаду. Тоха, друг, ты заходи, будь как дома, не стесняйся. Хотят жены войны, они ее получат. Нас в их жизни больше нет. Это беспредел. Ей захочет вернуться? Готовить умеешь? Я в этом доме отец. Как я скажу, так и будет. Не ори на детей. Чё ты перегнул? Тебе не понять, у тебя девчонка. А ты что тут делаешь? Я из дома ушла. Сейчас мы узнаем, чем они там без нас занимаются. Ну все, извращенцы. Их так папа воспитал. Только он сможет их привести в чувство. А нас потом кто в чувство приведет? Ничего, я вас научу щи варить. Федор Михайлович, так это же... Ты на кого гусеницу катишь? Женщина в ярости страшна. Ну, вы хотя бы знаете, о чем они мечтают? Крошка моя, я это по тебе... Это что такое? То есть это, получается, он вас подослал? Слушай, видеть его больше не могу. А если они и правда разведутся? Мы же просто в детские мечты хотели осуществить. Мы строили войнушку. Ты где был? Папа против мамы. Или мама против папы. А за торт спасибо. Действительно вкусно. Да не за что.